Хочу снять узор на вот эту коробочку, радуга. Значит, что туда входит? 42 деревянные фишки, значит, 7 карточек, но они двухсторонние, получается, больше. Это мы изучаем фрукты и овощи, там еще есть другие. Ссылочку прикреплю внизу. Фишки деревянные, классные, качество суперское, сейчас все покажу. Значит, вот 7 карточек, да, овощи, фрукты. И ребенок раскладывает их. И все это делается поэтапно. Есть вот такая вот тут вспомогательная памяточка родителям. Расписано, как играть с этим лото. Ну, понятное дело, что начинаем с первого этапа. Сначала знакомитесь с одной карточкой. И туда, значит, в мешочек кладете соответствующие фишки. Вот вы берете карточку. Вот эту одну. И только вот этих 6 фишек кладете все в такой вот мешочек, мешаете, вынимаете вот одну и должны назвать название, что это патиссон. И ребенок ищет на этой карточке, куда положить этот патиссон. Поставить на паузу и прочитать. Вот второй этап далее стоит поменять табличку, повторить игру. Можно предложить ребенку сосчитать, сколько всего фишек удалось поставить, написать и так далее. И вот просто вы повышаете уровень. Вот тоже играла. У меня вот так перевернута фишка, то есть я ее только вижу, и я ее не показываю, говорю киви. Ребенок ищет на своей карточке киви, показывает мне где, и только после этого я ей даю фишку. И она уже ее кладет. Но это уже более, когда прошли все этапы. Поэтапно нужно, конечно же, начинать. Смотреть на своего ребенка. Внительные игры, это вот с обратной стороны, я сейчас вам их покажу. Нужно собрать по цветам, готовим любимые блюда и так далее. Тоже все усложняется. Уровень усложняется, и можно на самом деле еще самим придумать разные вариации. Вот есть еще животные и буквы, цифры, я ссылки на них оставлю. Сейчас покажу вам с обратной стороны. Вот так выглядят карточки с обратной стороны. По цветам разложить, собрать любимое блюдо. Тут фрукты нужно собрать, а тут овощи. Ну и тоже можно на самом деле